Кришна, Харе Кришна. Hare Krishna.
Джаярада Мадхава Джая Кунджаби Jaya Kunjabi Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Гор Премананде! Аркаимский фестиваль 2016 года. Кей! Шиши Ратта Ятра Мохатсава. Кей! Гор Премананде!
Мы так здорово общались с вами в течение 3 дней фестиваля. И я вам так много, кажется, рассказал. И у меня столько много еще для вас есть что сказать. Я просто не знаю, с чего начать. Ну, такой Кришна, он безграничный. Сколько бы о нем ни говори, сколько его ни прославляй, конца не видно. Поэтому это радует. Это радует, потому что на следующем фестивале Аркаимском 2017 года будем продолжать. Харибол! Да, да. И так всю жизнь. 18-й год, 19-й, 20-й, 50-й, 70-й, 100-й. Да. Да. Поэтому раз пошло на это, поговорим сегодня о счастье. Вы все знаете эту личность. Милостивейшую, наимилостивейшуюся. И самая-самая блаженная божественная песня. Шри Бхагавад-гита ки. Джай! Да. Казалось, она состоит из 700 стихов. Один из этих стихов именно посвящен, он тоже говорит джай, прославляет Бхагавад-гиту. Да, и один из стихов, непосредственно в одном из стихе, Кришна дает нам формулу счастья. Да. И самое поразительное, самое удивительное то, что хотя в Бхагавад-гите все стихи состоят из 4 строчек, этот стих про счастье из 2 строчек. Иначе говоря, это так просто. Счастье – это так просто. Счастье – это так доступно. Счастье по умолчанию. Что это значит? По праву полагается. Это не то, что что-то непостижимое, что-то... о чем можно мечтать всю жизнь, и так этого и не испытать. Нет, это реально. И Кришна дает рецепт. Иначе говоря, счастье не только достижимо, но счастье – это законное право каждого сознательного живого существа. Сознательного чего? Бога. Поэтому вы, если осознаете, а это обязанность осознать свою духовную тождественность. Я есть душа. Агам брахмасми. Моя природа духовная. Истинная моя природа духовная. Тело – это еще одна майка. И штаны. И сари. И чоли. Это просто еще одна одежда. Так ее надо и воспринимать. Одежду стираем, гладим. И тело надо стирать и гладить иногда, да? Хорошенький он бой, служит мне. Да, его тело служит тоже. Вот. Поэтому принцип счастья очень простой для тех, кто искреннее. Те, которые хотят быть счастливы за счет других, за счет эксплуатации, за счет господствования над кем-то, природой, другими живыми существами. Этот вопрос сложный. Но для искренней, сознательной души вопрос счастья очень простой. И сегодня у нас лабораторная работа. Да. Я буду готовить блюдо, а вы будете гадать, что за блюдо. Хорошо? Я приготовил. И пробовать будете вы. Да, не слишком. Да, но сначала Бхагавад-гита, как она есть. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Мати Васудевая. Четвертая глава Бхагавад-гиты, 31 стих. Единственный стих, две строчки. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Сейчас первую строчку мужчины. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Смелее. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Смелее. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. Кутонья куру саттама. Сначала. Да. Сейчас вы первую часть повторяете. Наям локосья ягесья. Наям локосья ягесья. Кутонья куру саттама. 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 Да вообще образцовый оркестр. Как дирижируешь, так и поют. Да, но в Гурукуле именно так стихи учат. Да, так стихи учат. Старшие учат младших, и они стихи шастру выучивают наизусть. И вот Гурукулята всю Бхагавад-гиту, 700 стихов, наизусть так. Урок начался, и они начинают Бхагавад-гиту с самого начала. Санджая увача, и пошло-поехало. Да, вот видите? И выучили уже сегодня один стих про счастье. Я же вам обещал. Формула счастья. Наям локостья ягесья, кутонья куру саттама. Что еще? У этой матушки? Еще есть видео? Нет, она вкинула вам 44 видео. 44 видео. Значит, ей полагается приз. Дорогая матушка, подходите. Подходите, дорогая. Она у нас... Как ее вообще мать Радхарани? Да. Она чемпионка. Она столько стоп собрала. Да? Вот. И ей полагается стопы Шримати Радхарани. Спасибо вам большое. Как ваше имя? Ратнавати. Хорошо, ваше имя войдет в историю человечества. Да-да. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Наям локостья ягесья кутонья куру саттама. На. На. Не. Не. Аям. Аям. Это. Это. Лока. Лока. Планета. Планета.
планета. Асти. Асти. Является. Является. Аягьясья. Того, кто не совершает жертвоприношений. Того, кто не совершает жертвоприношений. Кутага. Кутага. Где? Где? Аньяга. Аньяга. Другая. Другая. Куру саттама. Куру саттама. О лучшей из куру. О лучшей из куру. Дорогие преданные, слушайте внимательно. Сейчас самое главное. Откуда берется счастье? О лучший из рода куру. Арджуна. Тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. А что уж говорить о следующем. Шри Ягьяки! Да, даже Господь Вишну является под этим именем. Ягья. Ягьишвара. Тот, кто наслаждается плодами яги. Давайте раскроем смысл яги, жертвоприношения в комментарии Шрилы Прабхупады. В какой бы форме жизни ни находилось живое существо в материальном мире, оно всегда, всегда остается в неведении о своей истинной природе. И это несчастье. Быть по отношению к себе в невежестве, это значит не знать, кто я есть на самом деле. Это первый, это корень, это основа всего невежества. Я думаю, кто я есть, но я не знаю, кто я есть. Иначе говоря, Шрила Прабхупада говорит, причиной нашего пребывания в этом мире является бесчисленное последствие наших грешков. Причиной же греха является невежество. Невежество. И первое невежество – это «я есть тело». Все, источник греха. Поэтому причиной греха является невежество, и согрешив, мы попадаем в кабалу материального существования. Человеческая форма жизни – единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому веды дают нам возможность освободиться из материального плена, и они предписывают, как совершать религиозные обряды и как зарабатывать себе на жизнь, накладывают ограничения на материальное наслаждение и, наконец, дают нам метод, позволяющий навсегда избавиться от материальных страданий, следуя заповедям религии, то есть совершая названные выше жертвоприношения, люди одновременно решат и все экономические проблемы. С помощью яги можно обеспечить себе достаточным количеством пищи, молока и так далее, даже в условиях так называемого перенаселения Земли. Когда же насущные потребности тела удовлетворены, и человек само собой просыпается желание чувственных удовольствий, тогда... Поэтому и веды предписывают людям вступать в освященный брак, в рамках которого они могут удовлетворять потребности своих чувств, но не нарушая религиозных заповедей. Так человек постепенно освобождается от материального плена и на высшей ступени освобождения вступает в общение с Верховным Господом. Таким образом, чтобы достичь совершенства, необходимо, как уже было сказано, совершать яги, жертвоприношения. Yes. Но если человек не хочет совершать рекомендованные в ведах яги, как он может надеяться стать счастливым в этой жизни, не говоря уже о том, чтобы обрести счастье в другом теле на другой планете? Поэтому на разных райских планетах разный уровень материального благополучия, но. А? Помните это слово? Но. Я предупреждал вас. Но. В любом случае, люди, совершающие яги, получают там, по сути дела, неограниченные возможности для наслаждения райским счастьем. Однако, высшее блаженство познает только тот, кто попадает на планеты духовного мира, развив в себе сознание Кришны. Поэтому сознание Кришны – ключ к решению всех проблем материальной жизни.
Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакширун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри читанья манобиштам стапитам йена бутали своям рупатанамахьям дадати свападантикам вандехам шри гуру шьютападакамалам шри гуру двайшнавамшча шри рупам саграджатам сагнаргунатам витам тамсадживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Ища Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагадпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптам Канчана Гоуранге Раде Вриндаванишвари Вришавана Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатарубьяща, Крипа Синдубья Хейвача, Патитанам Паганимья Вайшнавибья Намадамаха, Сри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шриваса Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, еще раз. Наям локостя ягьяся, наям локостя ягьяся, кутонья курусатама. 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 Вот это ученики. Просто отличники. Да. Лучший из Кору, из рода Куру, Арджуна. Тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что же тогда говорит о следующей? Так вопрос, что же такое? Что это такое жертвоприношение? Что это за яги? Кто мне скажет? Кто мне скажет, что такое яги? Какие мысли? Ребята, что такое яги? Воспевание святого имени. Ага. А вот это конкретно. Это конкретно. А? В общем. Просто говоря, усилия, да? Жертвоприношение – это действие, да? В котором я должен приложить усилия. Усилия по отношению к кому? К чему-то божественному, да? Богу божественному, да? Какого порядка усилия? Усилия, которые бы удовлетворили... Да. Бога божественное удовлетворило, да? Поэтому это божественное усилие. Понятно? Да? Жертвоприношение – это божественное усилие для удовлетворения Господа. Хорошо. Сейчас я вам хочу показать кое-что. Каждый человек рождается с чем? Грязь. Правильно. И? Чистотой. Правильно. Как это назовем? Грязь. Если так по правде, то это черный перец. Следовательно, сегодня вы наелись грязи. Потому что что-то было перченое. Чуть-чуть. Да? Да. Это наша какая карма? Плохая, грязная карма. Ну, что в ней? Что там? Перец. Я вижу, что вы отлично выучили урок простоты.
та проще. Греховный поступок. Плохая карма – это что? Грехи. Это невежество, да? Что еще? Болезнь, да? Что это? Старость. Что еще? Смерть. Смерть. Что еще? Рождение. Рождение тоже. Еще что? Банкрот. Да? Все несчастья здесь. И на запах черный перец. Да. С другой стороны, в судьбе каждого из нас есть что-то и хорошего. Да? Это... Правильно, да. Преданный даже на километр почувствует Барфи, Расагулу. Да? И вот это наша хорошая удача. Что здесь? Что это хорошая карма? Благочестие. Благочестие. Это значит, не надо никаких усилий прилагать, все есть. Да? Мы для того, чтобы родиться, что нам от нас требовалось? Ничего, родители всю работу сделали. Да. И потом с нами нянчились, и кормили, и одевали, и возили, и развлекали, и чего только с нами не делали. А нам просто надо было улыбаться, чего мы и не делали. Плакали, плакали, слезы кричали, и слезы лили. Да? Поэтому здесь хорошая карма. Удача без усилий. Да? То, что приходит само собой. У сознательной души это милость Бога, а у обусловленной души это просто наработки прошлой жизни. Что-то кому-то где-то чего-то хорошенького сделали. И это копилось, копилось. Хорошее слово, хорошее действие, хорошая мысль. Все в эту копилку. Все вот в эту копилку пошло. И потом в следующей жизни я рождаюсь. Я рождаюсь. Ну, здесь, не знаю, кто это, этой Дживе повезло. У нее хорошая дача чуть больше, чем плохой. Но расскажите мне, как такой человек обращается с плохой удачей, с плохой кармой, с хорошей? Да, притом залпом. Да, притом залпом. Все легко и само собой. Я красивая, я сильный, я умею то-то-то-то, меня за это любят, везде мне дверь все открыта, все как по маслу, да? Все как по маслу. И я, когда ко мне подходят на улице и предлагают Бхагавад-гиту, что я отвечаю? Конечно! Вот, иди там, бомж, с ним разговаривай. Да, у меня все хорошо. Какой бог? Да, ребята, вы что, сектанты, что ли? Да. Это мы так говорим, пока у нас здесь что-то есть еще. Да? Что-то есть. Пока у нас что-то есть, а когда что-то не стало, вот так вот. Залпом выпили всю хорошую карму. Как? Наслаждениями. Как хотел? Гулял, курил, пил. Что хотел, то делал. Да? Никаких законов, никаких ограничений. Чем это кончается? Вот. Вот так примерно. Ну, кончается все куда хуже, потому что все выглядит примерно так потом. Моя жизнь вдруг становится вот такой. Да. Все, что было вначале так, очень быстро выглядит так. Судьба меня помяла. Да, и тогда наверняка постучится мне в дверь. Что это? Правильно, черный перец. Да, если б только, здесь столько соли, что мне даже сидя здесь, этот перец глаза грызет. Да? Так и плохая карма.
куда ни повернешься, всегда перед носом захлопываю дверь. Да? И бессонница постучалась мне в дверь. И болезни, и почки, и сердечко, и легкие, да? И все, что только может случиться. Что тогда такой человек делает? Что покупает? Бхагавад-гиту. Ну вот сколько у вас здесь на фестивале купили Бхагавад-гиты? Все, да? Да, Харе Кришна. Давайте мне отчет по распространенным книгам. Я сам тут Бхагаватам распространял вчера, да? Санкиртанщик сбился с ног, и никто у него не берет Бхагаватам. Пришлось мне взяться. Так что не все так просто. Нет, пока он возьмет Бхагавад-гиту, еще... Да, придется ему отведать этого коктейля. Соль с перцем. Вкус не спрашивайте. Но обычно обусловленная душа, несознательная обусловленная душа, что делает? В крайнем случае. Предается. Обусловлена душа. Я не вашу биографию спрашиваю. Отказывается пить. Правильно, отказывается. А что делает? Сопротивляется. Ну вот у него все было как по маслу, но было. Да, как Авдарья Дама Прабу рассказывает. Одному Иванушке повезло. Он нашел вазу закрытую, запаянную, и там внутри живет кто? Джин. Джин, да. И он подумал, ничего себе такой маленький, ну удаленький. Как он туда попал? Говорит, эй, ты там, как тебя звать? Он говорит, я... Он говорит, я джин, выпусти меня. А Иванушка говорит, а мне за это что будет? Я говорю, исполню твое желание. И говорит Иванушка, а как мне узнать, что ты исполнишь? Но джин говорит, не выпустишь и не узнаешь. Выпустишь и узнаешь. Но говорит джин, я только способен на одно желание. Вот одно желание. Придумай, и я его выполню. И Иванушка задумался, ну какое же желание мне тут? Одно, чтобы на всю жизнь. И он говорит, джин, сделай так, чтобы меня все было. Все. И джин говорит, ну сейчас отпускай, сейчас сделаю. Он выпустил джина, и джин говорит, дорогой Иванушка, у тебя все было. Вот так майя действует. Мы хотели как лучше, получилось как всегда. Сделай, чтобы у меня все было, у тебя и было все. У тебя, дорогуша, было все. А что вот сейчас? А вот сейчас вот это. Да, и такая обусловленная душа отказывается пить. И что она делает? Жить-то надо. Что она делает? В крайнем случае. Самый крайний случай. Что она делает? Себя убивает. Потому что привык с легкой руки. Все как по маслу. Никаких усилий, никаких аскез, никаких жертвоприношений. Все как по маслу. Я родился, унаследовал от родителей, от мамы, папы. Свою чуть-чуть хорошую карму залпом выпил. Жил без никаких регулирующих принципов, без ничего. Как лошадь, собака, кошка, свинья. И вот остался у разбитого корыта. И убивает себя человек, потому что не согласен, что
Так дальше легко жить невозможно. Что это? В следующей жизни он рождается в такой комбинации. Да? Потому что он ответственный за убийство. Самоубийство и убийство – это одинаковый грех. Потому что тело, как в третьей песне Бхагаватам, Господь Брахма и говорит, даже тело живого существа не принадлежит ему. Это имущество, которое дано нам пользоваться, чтобы совершать жертвоприношение. Но если ты живешь без правил и предписаний, то твоя жизнь вот такая превращается. Очень быстро, очень скоро. Поэтому обусловленная душа залпом, чтобы у меня все было сейчас и тут. Все кончается так. И что с этим делать? Потому что мы говорили, здесь болезни, потери, старость, смерть, рождение тоже здесь. Да, это не сладкая штука. Вот. Но также мы не упомянули здесь тоже кое-чего. Мы не упомянули, и Бхагавад-гита Кришна говорит, какого вкуса счастье в благости. Да, то, что вначале на вкус как яд, а потом нектар, это счастье в благости. Поэтому для обусловленной души что здесь? Смерть, да? Болезни, старость, потери, болезни, банкротство, все, что может быть. Разрушенные отношения. А для преданного что? Счастье в благости. Да, да, да. Поэтому обусловленная душа из-за этого кончает самоубийством, да, убивается. Все, у меня все пропало, все. Для преданного нет, он тоже рождается. Так, но что он делает? Совершенно наоборот. Он добровольно да, по чуть-чуть. Это называется как? Садана. Да? Какого вкуса садана? Во всяком случае, когда ко мне на даршан приходят, я только это и слышу. Только это и слышу, у меня нет сил, я не могу, и вкуса нет, и так. Конечно, у меня тоже вкуса на это нет. На это у меня тоже вкуса нет. Но приходится, да? Приходится. Завтра у меня полет, 2 пересадки, 4 часа я в небе буду висеть, да? Еще 3 часа в аэропорту кантоваться. Не 3, больше. 5. Всего 9 часов я завтра буду не в сознании Кришны. Да? В сознании аэропорта и облаков. Поэтому у меня тоже на это вкус нету. А что поделать? А? А что поделать? Когда мы родились, нам обещали горы меда, сахара и все. Нет. С детством все это по чуть-чуть уходит в воспоминания. Поэтому что делать? Садхана – это каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Каждый день по чуть-чуть. С 4 утра до 9 утра. И так весь день. Каждый день. Год прошел. Еще на 5 лет осталось. И приходят и говорят, Махарадж, я уже год повторяю джапу и ничего. А я говорю, а чего ты хочешь? Я этого. Да, тогда он развернулся бы, ушел. И все, с концами. Да, а чего ты хочешь? Да? Пока у тебя полный этот, что ты хочешь? Ты уже хочешь хватать за это? А Прабхупада говорит, осторожненько, потому что счастье в страсти – это то, что в начале как? В начале нектар, потом, да,
сначала столько нектара, а потом столько похмелья. Да? 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 Поэтому преданный, он знает, что к чему. Он знает, коснусь сладкого, сразу привяжусь, потому что это приятно, да? Это так приятно. Сиропчик подпевать и забыть про смерть, старость и болезни. Всегда буду молодая и красивая. Меня будут любить всю жизнь. Дверь буду открывать ногой. Да? Нет, нет, это не по-предански. Да? Обусловлена душа залпом, и потом вот такая жизнь, вся оставшаяся. Преданный говорит Харе Кришна. И по чуть-чуть выпиваем по крапинке. Да? Это не так страшно. Потому что то, что в начале яд, начать день от усилий. А так хотелось бы поспать хотя бы до 10 утра. А начинается на 8 часов раньше. Да? Но как по чуть-чуть, тогда и не замечаешь, когда вся карма твоя черная. Вау. Превратилась в нектар. Именно. А где же наша Варанаси? Куда Варанаси, моя подруга? Как же без ее комментариев? Да, она пропустила. Она еще счастливая, да? У нее тут все в порядке пока. Ей не до Бхагавад-гиты. Да. Ну. Поэтому это процесс конверсии, да? По чуть-чуть, и видишь, что у тебя уже здесь полно. Но есть соблазн, аж так чешется, к своей хорошей судьбе коснуться. Но нет, преданный идет к духовному учителю, говорит: «Гуру Махарадж, чем бы я мог вам послужить?» И Гуру Махарадж говорит: иди распространяй книги. Не угадали, не угадали. Я хотел бы идти просад покушать. Ну, поэтому преданный все, что самое лучшее, отдает Кришне и Гуру. Да? Все свои таланты, молодость, здоровье. Все, жертвует. Здоровье так или так с годами уйдет. Поэтому, если уйдет в сознание Кришны, то хоть будет кого обвинить. А так, сам виноват, пропил. Ну. Нет, преданный сознательно отдает все, что самое лучшее, Кришне и Гуру, потому что это и принадлежит им. Да? Преданный ведь учится, а его ничего здесь нету. Все Кришна. Поэтому то, что для обусловленной души хуже яда, хуже укуса скорпиона и кобры. В прошлом году я в Израиле с русскоязычными преданными проводил ретрит. Да? И тоже еще в сентябре жарко, не знаю, 40 градусов. И поехали куда-то немножко в горы, в какой-то арендовали преданный зал, место. И в кондиционированном помещении вот такого размера сидим и каждый день поем, читаем божества, алтарь. И один день я сел на матрасик под вес асаны. И уже собираемся читать, и я повторяю «Ом намо Бхагавате Васудевая», закрываю глаза и слышу, что ко мне подбегают двое преданных. Открываю глаза, они в ужасе. Они в ужасе. Я говорю: «В чем дело?» Они говорят: «Посмотрите, Махарадж». И мне вот по этой Бхагирвасе
здесь ползет скорпион черной такой величины. Вот так и идет сюда. Как вы думаете, куда он подкрадывается? Не знаю. Вряд ли у него намерения были самые лучшие, но, слава Богу, не успели узнать. Да? Преданные, потому что местные, они знают, как обращаться со скорпионами. Я не знаю. Гладить его, уговаривать, подпоить его, что с ним делать. Я не знаю. Да, вот так я и сделал. Ом намо бхагавате васудевая. Откуда он вылез? Помещение закрыто, кондиционированное, все окна, все закрыто. Чтобы попасть в это помещение, там столько коридоров, столько надо пройти. Откуда он взялся? Пришли, сели, и уже не на первый день, а на какой-то третий или какой-то день. Да? И откуда-то взялся, как он зашел, откуда он выполз. Просто сижу, повторяю ом намо бхагавате васудевая, и ползет такой большущий, огромный, черный скорпион. Ну, преданные, они же все милостивые. Они его стряхнули с меня и благословили своими лотосными стопами. В полном энтузиазме они его затоптали, просто переломали ему все кости. Сначала накрыли, чтобы он не видел ничего, и потом на него снеспустили свою милость лотосных стоп. Превратили его в пыль лотосную. Да, при божествах, при преданных. Поэтому скорпион достиг совершенства. Просто я никак не пойму. Никак не пойму. Он же, у него же хозяин, Господь Шива. По Господу Шиве же там кто только не ползает, да? Вокруг шеи у него что? Змея. По его телу ползают скорпионы. Он просто ошибся, по-моему, хозяином. Так или иначе, он, наверное, уже достиг совершенства или в самореализации, и он знал, что если появится на публике, то хорошо ему не придется. Поэтому он выбрал то, что сначала яд, но потом обратно, мой брат, к Богу. Прямо из-под стоп вайшнавов. Поэтому преданные меня спасли от черного перца, черного скорпиона, то есть. Но и здесь тоже черный скорпион жалит ужасно. Вот. Поэтому вот вам и жизнь проповедника. Никогда не знаешь, откуда выползет кобра, тигр выскочит, медведь, волк, да? Поэтому я на всякий случай уезжаю ночевать в гости к преданным. Итак, дорогие преданные, наям локостья ягьяся кутония курусатама, тот, кто не совершает жертвоприношений, счастлив не будет ни в этой жизни, ни в следующей, ни на этой планете, ни на другой. Иначе говоря, тот, кто не выполняет, не совершает божественных действий, тот, кто не совершает, не прилагает усилий на удовлетворение чувств Кришны, Шишрада Кришны, Джаганатхи Баладева Субадри, жизнь вот этого человека вот такая. И никакими деньгами он не откупится. И тот, кто не имеет привычки к тапас, Ягья Дана, жизнь вот такая. Независимо, он улыбается, не улыбается, есть у него деньги, нету денег, есть здоровье, нету здоровья. В сердце черный перец, да еще основательно подсоленый. Преданный, с другой стороны, знает формулу счастья. То, что вначале неприятно на вкус, но по чуть-чуть, да, по чуть-чуть. Встал рано, повторил джапу, совершил пуджу божествам, и на сердце лучше. И весь день как по маслу. Поэтому то, что надо сначала
начале дня себя немножко поднажать. Варанаси, где ж ты была? Да, девочки, не соревновалась. Юбку подняла, в воду зашла. Камни кидала. Соревновалась, кто дальше финист. Кали-юга. Вот так у тебя жизнь, а? Хорошо, дорогие преданные. Какие вопросы? Все ли ясно или слишком заморочено? По-моему, все ясно. Вот хорошая судьба, вот плохая. Все, что хорошее, отдаю Гуру Кришне, преданным, вайшнавам. Все, что плохое, оставляю себе. И понемножку конвертирую этого из черного в белое. Белое. Правда, из гармон станет черный. Да? Видите, сколько не лей черного, оно все равно белое. Почему? Потому что мотив чистый. Мотив-то чистый. Служить Гуру и Кришне. И то, что для обусловленной души это яд. Вы что, фанатики? Что я всю жизнь так должен буду? Для себя ничего. Себя не любить. Но такая формула счастья в благости. Вот. Сколько черного или не лей, все равно белое. Только потому, что мотив правильный. Харинам Санкиртана Ягьяки. Шри Шри Раттаятра Ки. Аркаимский фестиваль 2016 года Ки. 17-го тоже Ки. И 18-го Ки. И 19-го Ки. 20-го Ки. До конца жизни. Спасибо вам большое. Как я вам могу еще послужить? Спасибо. Это мне в дорогу, да? Я сказал, что у меня 9 часов не в сознании Кришны. Поэтому, чтобы меня было в сознании Кришны, 9 часов. Хорошо, дорогие преданные. Подходите. Черный перец кончился. Сейчас нектар. Будем. Давайте петь. Кто поет? Давайте. Надо... Давайте. Кто может? Можете? Ну, который раз? Самое приятное. Сейчас самое приятное. Вы еще на кого-то хотела? На вас за вишню. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Пожалуйста, подходите. Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Подходите, получайте милость из рук Махараджа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Это кокосовая стружка со сгущенкой, натуральное все. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Kirtan, Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare.
Кришна, Кришна, Харе, Харе. Натуральное все из рук Махараджа. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.